Здравствуйте, друзья! Вы смотрите «Первый городской», и это проект «Интервью дня». Сегодня мой гость – это директор коммунального предприятия «Международный аэропорт Кривой Рог» Игорь Лашин. Здравствуйте! Добрый вечер! Не первый раз вы в нашей студии, и знаете, хотелось бы построить беседу в продолжении той, которая была. Да, я постараюсь продолжить то начинание, с которым мы полгода назад встречались, обсуждали, на самом деле, очень трудное было положение как в стране в целом, так и для предприятия, потому что было мнение у некоторых депутатов, стоял вопрос о закрытии аэропорта, что на тот момент и власти города, мы понимали, что это невозможно было допустить, потому что стратегический объект, как вы начали правильное интервью свое, что это международный аэропорт. Статус международного аэропорта добиться сегодня практически невозможно. Наша соседняя область, Кировоградская, бывшая, нынешняя Кропивницкая, у них есть аэропорт, у них есть летная академия, но они не имеют статус международного. И их базовая компания «Урга» сегодня для выполнения своих международных полетов, для прохождения таможенного паспортного контроля, садится у нас в международном аэропорту Кривой Рог. Я знаю, что в 2017-м нужно будет подтверждать и, собственно, получать новый сертификат, насколько мы готовы в 2017-м и быть уверенными, что мы останемся международным. Да, на сегодняшний день сертификат однозначно мы получим, потому что идет каждый день кропотливая и титаническая работа. Правила ИКАО, это международная организация, все с каждым там, годом все ужесточается, ужесточается. Сертификат дается на 3 года. Он у нас действителен до 1 апреля. Но чтобы получить сертификат на аэродром, сертифицируются еще дополнительные все службы и структуры предприятия. Если, предположим, граница и таможня – это константа постоянная, то все остальные службы – светосигнальное оборудование, предположим, аэродром, служба авиационной безопасности, которая у нас сейчас вот в данный момент в октябре будет сертифицироваться. То есть мы эту работу ведем как бы каждодневно, рутинно, но она планово развивающая аэропорт к тому моменту, который мы получим этот общий сертификат на использование и эксплуатацию 1 апреля. Об успехах. Итак, наш аэропорт, поправляйте, если я где-то чего-то недопонимаю и неправильно говорю, наш аэропорт теперь может принимать самолеты, которые отправляют людей в Египет. Да, но вернусь на год назад. Чтобы подойти к Египту, мы с авиакомпанией «Урга» в том году и с туроператором, который мог себе позволить этот рискованный шаг, начали с малого. В том году была опробована модель работы аэропорта и всего, в том числе и предложить нашим кривороженам, возможно, вылет в Болгарию в Бургас. И мы показали на маленьком самолете 36 мест, выполнили 10 рейсов, отправили 720 пассажиров туда и обратно. То есть нас тестировали? Да, показали модель. В этом году ситуация развернулась еще много лучше и благоприятнее. В этом году мы получили с тем же туроператором TPG самолет авиакомпании «Браво» на 170 крейсер «МакДуглас». Это очень сложный самолет для эксплуатации, как в авиации, мы понимаем, о чем говорим. Но это увеличило возможность предоставить криворожанам в 10 раз большее количество за одно и то же промежуток времени побывать на отдыхе в Турции, в данный момент в Анталии. Вот началась перевозочная программа 9 июля и 27 августа был сегодня крайний рейс в эту субботу, когда мы своих пассажиров отправили в Анталию. А вот после этого всего, теперь в нашем пакете предложений, мы будем летать с 22 октября в Египет, курорт Хургада. Это нам дает возможность войти, эксплуатировать тот же самолет, но в зиму. И не быть аэропортом только сезонным, как это раньше предполагалось. Только мы летом выполняли рейсы, а на зиму это невозможно. Египет мы начинаем, еще раз повторю, с 22 октября и по апрель месяц. Когда заканчивается туристическая программа в Египте, на этот момент пойдет раньше, с мая месяца, та же Анталия, но, может быть, с увеличенной частотой. То есть мы показали, что сегодня можем летать, можем принимать такие типы самолетов. И Кривой Рог показал криворожане,
поверили, что можно улететь с нашего аэропорта, хотя это была на самом деле сложная титаническая работа, и не только коллектива предприятия, но и властей города. На сегодняшний день операторы подключились тоже к продаже не только из нашего города, но еще с аэропорта летали жители Днепропетровска, Запорожья, Кировограда. То есть аэропорт авиации развивается на уровне там, на 200 километров в окружности, если показать, что рядом какие-то есть населенные пункты, то они поедут в тот аэропорт, который находится на 200 километров, а до Киева добираться уже там 500 километров, с Кировограда тоже дальнейшее, намного дальше. Поэтому люди видят свою привлекательность и экономили времени. Сегодняшние дороги наши, сколько до Киева доехать? Сколько будет стоить билет? Смотрите, от чего это зависит? Билет зависит как раз от заполняемости кресел, первую часть, и от увеличения кресел самолета. Чем больше кресел в самолете, тем меньше будет себестоимость билета. Но жители тоже, мы осуществляем перелет не перевозка пассажиров от, а мы предлагаем услугу, это в том числе и гостиница. А на состояние цены образования гостиницы это уже от пассажира зависит. Он может заказать трехзвездочную гостиницу, там, четырехзвездочную, пятизвездочную. И когда в совокупности, это только может повлиять вот как раз на конечный результат. В начале программы мы, жители города Кривого Рога, могли полететь там два человека за $300 в Анталию, там трех-четырехзвездочную гостиницу. Как это будет с Кургадой? Посмотрим. Пакет сейчас рассматривается. Но это будет не намного дороже, чем та же Анталия. Как в зимний период будете работать? Насколько это разные периоды для вас, как для руководителя, летний и зимний, который очень грядет очень скоро? Иван, очень хороший вопрос профессиональный. Он на самом деле и хорош, и прост, и сложен. Эксплуатировать такое судно в летний период времени – это легко и просто. То есть мы не чистим полосу, мы не обливаем самолет, а вот нагрузка колоссальная на сотрудников предприятия начинается каждый вот в сложные зимние условия. Во-первых, надо подготовить ВПП, очистить. Могут быть климатические там осадки, надо будет обливать самолет. Это противобледнительная жидкость Арктика, которая там принимается в этих условиях. Это также спецтехника, которая дальше предполагает там обогревать самолет, заправлять самолет. Это будет намного сложнее. Но коллектив, на самом деле, это ему не впервой. Мы принимаем и другие типы самолетов, они еще и больше, может быть, и проблематичнее, и сложнее. Во всякой, как и во всякой работе, есть свои определенные нюансы. И на сегодняшний день у нас достаточно специалистов, которые могут и отправить самолет, и принять самолет, и осуществить на самом деле не только регулярность, но еще безопасность пассажиров и лайнера в целом. Какие еще перспективы? Очень скоро у нас Египет. Что еще? Сегодня, на данный момент, город очень серьезно помогает мне в этом направлении. В пакете предложений, может быть, можно будет там заявиться, что жители Кривого Рога могут полететь в ближайшее время в Грузию, это в Тбилиси, это может быть Киев, это может быть Варшава. От чего зависит вот этот процесс? Вот на, как он вообще происходит, чтобы наш аэропорт, чем больше, тем лучше, собственно, отправлял людей в разные города, в разные страны? На это влияет очень много факторов. Вот когда мы заявили там о статусе международного, да, продавать себя заставляет жизнь в хорошем понимании его слова. Аэропорт осуществляется для того, чтобы прибывали самолеты. Чем больше самолетов, тем лучше предприятию оно может развиваться и дальше. На данном этапе вот надо пройти сложный момент сертификации, это который, и предложить себя международным компаниям, уже там, предположим, как польской авиакомпании LOT. Но для того, чтобы предложить как статусе там международного, мы тоже должны сертифицировать свои другие службы, которые потребуют от нас те авиакомпании, которые приезжают с аудитом к нам. Вот даже было с авиакомпанией Браво. Прежде чем полетел этот самолет, у меня было две комиссии с департамента и с авиакомпанией Браво. Сначала приехала 4 человека, которые проинспектировали, сказали, да, все работает. Директор авиакомпании не поверил в это, что наш
международный аэропорт может принять такую сложную технику. Сам лично пришел, убедился в наличии, в состоянии взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, техники. И тогда было принято решение, что да, действительно, мы можем принять этот тип самолета. Так вот и дальше, продвигая, показывая, что мы можем другим авиакомпаниям, что мы эксплуатируем такой сложный самолет, как МакДуглас 83, к этому самолету могут прийти та же авиакомпания, там, которая эксплуатирует Boeing 737, предположим, там на 225 мест. Мы можем такую ситуацию. Аэробус 321 на 225 пассажиров. Этот самолет был на 170 пассажиров, аэробус на 225. Это уже на 50 человек больше. Это позволит снова снизить себестоимость кресла, которое завтра кривожанин, который захочет воспользоваться услугами там, авиации, он ощутит это все на себе. Нужно срочно развивать пиар-отдел, мне кажется, в вашей компании. Тогда, чтобы, ну, чтобы были реальные продажи, чтобы мы показывали, я не знаю, другим странам, что у нас созданы все условия. По поводу условий. Когда первый раз были у меня в студии, мы говорили о том, что не хватало у нас прибора. Я даже записал на измерение нижней кромки облаков. Да. Есть он? Работает? Нет, Вань, смотрите, на данный момент в стране очень сложная процедура запустилась по закону. Сегодня вся закупка происходит через закон прозорой. Все это слышали, видели, это сами знают. Вот сегодня мы 29 числа только закончили процедуру второй раз по закупке этого прибора. А новый закон говорит, что нам еще надо два раза процедуру провести, чтобы потом закупить этот прибор. Его сложность проста, что разработчик и производитель – одна компания. А чтобы тендер завтра состоялся, мне им нужно две компании, а то и три. И вот когда мы войдем в процедуру, в переговорную с одним участником, только тогда мы ее можем закупить. Это случится в этом году, и деньги, выделенные на нее городом, администрацией, будут использованы по назначению. Вторая часть транша на развитие предприятия вашего была по поводу того, что нужно было обустроить фасад. Да. Как с этим дела обстоят? С этим делом хорошо. Вчера состоялся тендер, который мы провели, считаем, удачно. Когда пройдут последние проверки, я думаю, что с фасадом мы тоже в ноябре месяце закончим. И жители Криворожания увидят аэропорт уже в новом облике. Угу. Он будет с окнами, более привлекательный и более комфортабельный. На самом деле, даже и этот год нам вот этот полеты дали очень много. Мы улучшили качество сегодня аэровокзала, ну, в летний период, что там были установлены кондиционеры, там был установлен там транспортер для облегчения там получения багажа и так далее и тому подобное. И мы постоянно работаем над развитием инфраструктуры, чтобы пассажирам было комфортно. То есть, да, я понимаю, вы поправьте меня, если я где-то не прав. У нас есть, в принципе, база, что мы можем принимать. У нас не хватает именно средств в инфраструктуре и, скажем так, облагораживания этой всей территории. На данный момент и это происходит, но это плановая работа. То есть, вот мы сегодня сейчас сказали, там надо нам чем-нибудь заняться, да? Мы выходим с предложением с транспортным делом, обсуждаем с курирующим зампредом эту ситуацию, потом обсуждаем, это все доходит до мэра. И когда мы видим, что да, улучшив какой-то сегмент чего-то, мы в конце концов получим более привлекательность как и профессиональную аэропорта, в том числе и сервисную. Чтобы там принять тот или другой самолет, нужна определенная спецтехника. То есть сегодня мы сейчас активно этим занимаемся. Сейчас идет верстка бюджета на следующий год, и мы на своем уровне там, с транспортным отделом, с курирующим зампредами серьезно этим вопросом занимаемся. Я думаю, что на следующий год мы можем увеличить, как вот с того года там мы сэволюционировали там, да, там, с 300 пассажиров за два месяца, в этом году отправили там 3000, то на следующий год, я думаю, криворожане увидят сами на себе это, почувствуют, что намного больше будет воспользоваться услугами аэропорта, могут позволить себе криворожане, потому что мы пойдем и к сервису, и к тем комфортабельным самолетам, которые мы надеемся принимать дальше. И станем привлекательными для всех. Да. Угу. Правильно я понимаю, что да, там бытует мнение, что как бы аэропорт, и у некоторых депутатов возникали какие-то сомнения, что закрытие аэропорта, ну скажем так, нам дороже обойдется, чем потом его открытие. И реставрация, и реанимирование. Однозначно. Ведь речь идет не только о именно
аэропорт, где люди предполагают, что это здание аэропорта и взлетно-посадочная полоса, это намного глубже. Это также диспетчера, которые сегодня сейчас осуществляют взлет и посадку управления воздушным движением. То есть существуем мы, они есть. Нас закрыли, им делать нечего. Завтра мы закрыли, мы потеряли, закрылся перрон и вокзал, граница и таможня. Это очень сложный механизм. Разрубить, порубать можно, построить в данный момент это практически нереально. Вот живой пример, о котором мы говорили, это само тоже Кропивницкий. Он сегодня не имеет статус международного. Это серьезно. А как вы взаимодействуете ли вы с областными какими-то городами на уровне того, чтобы привлекать, собственно, в наше место? Там, да, и все остальное? Тоже очень хороший и правильный вопрос. Могу рассказать вот секрет успеха на данный момент этого рейса и дальше развития. Как раз мы с коллегами своими из Ровно получили этот рейс. То есть сегодня самолет вообще-то должен летать. Чем больше он летает, чем больше налет, тем меньше там себестоимость, и он зарабатывает деньги. Так вот, мы эту программу откатали с аэропортом Ровно. То есть рейс у нас начинался Киев-Анталия, с Анталии самолет прилетал к нам в Кривой Рог, возвращался в Анталию, возвращался в Киев. На следующий день летел Киев-Анталия-Ровно. И вот эту мы программу были задействованы с аэропортом Ровно. Мы также развиваемся с ними. Мы их знаем, поддерживаем связь, у нас теплое, доброе отношение. И мы считаем, что это только может привести вот такие региональные аэропорты к успеху в совместном взаимодействии. Потому что если каждый аэропорт по отдельности развивать, ну не получается. Авиакомпании выгодно. Чем она больше аэропорта охватывает и больше самолеты летают, они зарабатывают деньги. А напомните, кто у нас еще международный? У нас сегодня, в принципе, когда авиация в Украине развивалась, что все областные центры имели статус международного. Но на сегодняшний день, пойду от обратного, Полтава областной центр, они не имеют статус международного аэропорта. Предположим, Мариуполь, он не областной центр, но у него статус международного. Ужгород международный, Черновцы международный аэропорт, Ровно. Чернигов областной центр, не имеет аэропорта. Тернополь областной центр, не имеет аэропорта. Хмельницкий областной центр, не имеет аэропорта. То есть на сегодняшний день город Кривой Рог, он один из городов, который не областной центр, но имеет аэропорт со статусом международного. Угу. Насколько это в перспективе может вообще быть как бизнес-проектом хорошим? Будем говорить, что это визитная карточка города, что любое предприятие или бизнес-партнеры, которые приходят, инвесторы, рассматривая первым делом, что же такое город, обращают внимание, есть ли у него аэропорт. Да, это очень важно для Европы и Запада в целом. И мы надеемся эту ситуацию развивать и дальше. Я вам с полностью ответственностью говорю, сегодня администрация города серьезно помогает нам этим вопросом. Я думаю, что криворожане в ближайшее время эту перспективу увидят и почувствуют сами на себе. Ну что, будем надеяться. Спасибо огромное за то, что были сегодня у нас в студии. Для всех наших телезрителей, я напоминаю, что директор коммунального предприятия «Международный аэропорт Кривой Рог» у нас был в гостях Игорь Лашин. Меня же зовут Иван Дычак. Оставайтесь на главном телеканале Кривбаса. Увидимся.